Ну, мне кажется, что гей-парад вещь совершенно не обязательная. И бороться с гей-парадом вещь достаточно глупая. То есть я не понимаю, зачем люди на эти гей-парады ходят. Возможно, они таким образом считают, что отстаивают свои права. На мой взгляд, в нашем социокультурном субстрате это скорее вызывает не только негативизм. Не так быстро идет развитие в обществе идеи о том, что люди могут быть в разной сексуальной ориентации. Еще недавно у нас за это сажали в тюрьму. Прошло меньше одного поколения, и вот уже хотят гей-парады. Я думаю, что это просто, с их точки зрения, неразумная спешка, которую я не очень просто понимаю. Жить уже можно, никто их за это не преследует. Демонстрировать победно свою поступь, мне кажется, рановато. 10-15 лет еще прошли бы, и тогда бы к ним относились уже спокойно, и, может быть, даже и веселились, глядя на их танцы. Сейчас это будет откровенно провокационный смысл носить. Я бы не стал. Но в чужую шкуру не влезешь.